Всем привет, уважаемые любители русской рыбалки 4, с вами меня Зона ТВ. Решил сегодня сходить на Сазанчика, точка 99.84, до этого постоял 89.96, ну 89.96 могу сказать, что там есть у нас стерлядочка, да? То есть стерлядочка есть. Значит, решил прийти на 99.83, то есть это в конце 8-метровой ямы. Вот, ну и село мне такое чудовище, я не знаю, что это за рыба, ну буду надеяться, что это 20+. Точно есть. Ловим, значит, на речной рак плюс икру. При лове у нас, кстати, стерлядь здесь тоже мне зашла на 6 килограмм. Только не здесь, а на 89.96. Буквально рядом. Клипса 23. Что такое? Сазанчик. Сазанчик маленький падал. Маленький сазанчик. Маленький. А он сейчас развернется и будет сматывать. От крокодилий глаз. Да ты чё, кабанчик? Ну ты успокойся. Ну чуть-чуть, ребят, вот чуть-чуть не это. Отходом назад чуть-чуть. Вытаскиваем. Это какой-то наглый просто ужас. Чуть-чуть не дотащил до берега. Вот чуть-чуть не дотащил. Все-таки думал, что это. Аж катушечку поджег. Мой косяк, конечно. Ну, ладно, сейчас. Будем немножко умнее. Уже просто ремонтировать катушки. За час где-то около хвостов, наверное, 12-15 нормальной рыбы выходит, плюс-минус. Мы понимаем, что днем практически нас не клюет, в основном клюет ночью. Здесь рядом у нас осетра русского ловят, стерлядь. Также здесь можно жереха половить. Вон, красавчик. Иди сюда, маленький. Нам главное это в берег его упереть. Все, да, он уперся в берег. Теперь разворачиваемся и потихонечку назад отходим. Шесть 500 трофейник, нормально пойдет, вода горячая пошла, балдеж. Что могу сказать, давайте по сборочкам расскажу. Значит, большой первый крючок, литкор 36, поводок 36 под глину, да, у нас классическая волосяная, крючок 1.0, речной рак 18, икра 18, черная икра и вот такой вот пувашечек 7 подсолнуха, речной рак, рубленый червь, черная икра, сушеные рачки, черная икра, сушеные рачки, ну типа краку, вот. Черный икра 5 поставил, чтобы почаще клевало. Что-то типа того. Вот такой вот крокодильчик клюнул у нас. Давайте сейчас этот вытащим улов у нас. Сазанчик поклевывает, прилов. Прилов у нас стерлядочка. Одна штука залетела. Ну, правда, 89.96. Потому говорят... В чате говорят, что можно поймать ее на носорога и на
Медведку. Как говорится, показываем еще раз. То есть мы кидаем в конец ямы. Е6, квадрат Е6, значит, клипсы у нас 23. Вот, сборочки плюс-минус все одинаковые, 18 игра черная. Везде у нас 1-0 крючок. Ну, зашел трофей на красный, да. То есть единственное отличие у нас — это красный крючок. Как говорится, всем ни хвоста, ни чешуи. Пока-пока. С вами был Медовский.